Партия «Социалисты» сегодня настаивала, чтобы в повестку дня был включен наш проект, который был разработан еще несколько недель назад, чтобы предоставить компенсацию всем гражданам Республики Молдова в связи с ростом тарифов. К сожалению, большинство в комиссии эту инициативу не поддержало. Мы показали, откуда можно взять и денежные средства. Мы считаем, что деньги на компенсации нужно взять из прибыли Нацбанка, которая в этом году будет несколько миллиардов лей. Эта прибыль сформировалась за счет увеличения курса молдавской национальной валюты. Вот за счет курсовой разницы Нацбанк в этом году получит несколько миллиардов лей доходов. Именно из-за того, что национальная валюта упала в цене, повысились и тарифы. И мы считаем, что нужно вот эти деньги взять у Нацбанка и полностью компенсировать рост тарифов для населения. Я уверен, что мы добьемся того, чтобы этот проект был рассмотрен. Мы будем настаивать, чтобы этот проект был завтра включен в повестку дня парламента, для того, чтобы люди, которые уже получают очень большие счета за тепло, за электроэнергию, за газ, чтобы они знали, что государство должно и будет это компенсировать. А насколько будет возможна эта компенсация? Мы предложили, чтобы компенсация была в размере полной стоимости роста. То есть вот эти 37% роста тарифов хотя бы на период вот этот отопительный, который самый тяжелый для большинства граждан Республики Молдова, чтобы государство взяло на себя эти расходы. Весной и летом, если получится найти другие резервы для того, чтобы снизить этот тариф, я думаю, что такие резервы есть, либо за счет укрепления национальной валюты, либо за счет каких-то резервов у этих предприятий, которые работают в отрасли, то эти тарифы нужно снизить. Но так как они говорят, что они не могут аннулировать тариф, хотя мы настаивали, чтобы сейчас нашли резервы, если не можете аннулировать, тогда за счет прибыли Нацбанка давайте компенсировать полностью этот рост для всех граждан Республики. Еще один вопрос по поводу этой темы. Категория граждан какая будет? Еще раз, мы предлагаем, чтобы сейчас компенсации были для всех граждан Республики Молдова. Потому что начинается отопительный сезон, начинается сейчас зимой будет очень непросто, зарплаты, пенсии не выросли. Откуда людям платить рост тарифа на 37-40, ну, по некоторым там на воду хотят и на канализацию на 45% и так далее. Это принципиальная позиция, и мы ее будем отстаивать.